Привет! Меня зовут Диана, и я рада видеть вас на моем канале. Сегодня предлагаю приготовить вместе со мной тортеллини в соусе из сыра горгонзола. Тортеллини – это итальянские пельмени. Готовятся они в основном из пресного теста, с мясом, сыром или овощами. Историческая родина – это регион Эмилия. Имеется несколько разновидностей тортеллини. Более крупные – тортелли и тортеллони, и совсем мелкие – тортеллетти. Тортеллини принято подавать соусом либо в бульоне. Ну а сейчас приготовим с вами это вкусное блюдо. Ингредиенты в подробностях вы найдете в комментариях под видео. Противень застелила бумагой, сверху положила решетку, на решетку тыкву. И буду выпекать до мягкости при 140 градусах. Измельчу в мелкую крошку миндальное печенье. Вот что получилось. Мягкое-мягкое. Очищу от кожуры и дам полностью остыть. Тыква практически полностью остыла. Отправляю туда сыр, пармезан. Хорошо перемешаю. Миндальное печенье. Немного мускатного ореха, совсем чуть-чуть, посмотрите. Посолю по вкусу. Не забудьте, что пармезан уже немного соленый. А теперь всыпаю панировочные сухари. Понадобится еще немного, чтобы была нужная консистенция. Я добавила 1 столовую ложку с горкой сухарей. И вот теперь получилось то, что нужно. Вот такая консистенция. Уберу начинку на 1,5-2 часа в холодильник. Лучше на ночь. А сейчас приготовим тесто. Тесто можно месить руками, я буду месить миксером. В чашу дежа-миксера вливаю яйца и посолю. Добавлю оливковое масло и перемешаю. Вот такое тесто у нас получается. Сейчас я заверну его в пакет и оставлю на столе на 1–1.5 часа. Прошло 1,5 часа, тесто отдохнуло. Советую разделить его на 3 части. Первую раскатываю, 2 другие плотно завернуть в пакет, чтобы не подсохло. Раскатываю в тонкий пласт, примерно как на пельмени, присыпав стол мукой. Тесто раскатала тоненько. Сейчас выровню и разрежу на полоски и на квадратики. Я присыпала поднос мукой и буду класть начинку в середину каждого квадратика. Формируем таким образом. Соединяем уголки в треугольник, скрепляем хорошо по бокам, бока немного сворачиваем вверх и соединяем хорошо концы.
Готовые тортеллини укладываем на поднос, присыпанный мукой, накрываем клеенкой, проделаем то же самое со всеми остальными. Пока лепим тортеллини, кладем на плиту кастрюлю с водой, посолим, дадим вскипеть. Закинем аккуратно тортеллини в кастрюлю и проварим на средней температуре около 4-5 минут, аккуратно перемешивая. В сковороду вливаем молоко, как вскипит, кладем сыр горгонзола и на медленном огне будем перемешивать. Далее тортеллини перенесем в сковороду, аккуратно перемешаем и подадим к столу. При желании можно поперчить свежемолотым перцем. Кому понравился этот замечательный рецепт, ставим пальчик вверх, делимся с друзьями, подписываемся на канал. И до новых встреч! Пока-пока!